Всем привет! Мне очень часто задают вопрос. Мираб, посоветуй, пожалуйста, недорогую машинку аккумуляторную. Вот оно, друзья. Сегодня будет очень жаркий выпуск. Это у нас Sway Vespa с артикулом 115-5000. Эту машинку вы можете купить на сайте zevsus.com. Ссылка будет под видео. Почему сегодня будет жаркий выпуск? Потому что эта машинка стоит всего лишь 1720 гривен. Если мы зайдем на сайт и поставим фильтр от 1600 до 1800 гривен, у нас конкурентов вообще ничего не будет в этом диапазоне. Если мы сумму берем 1720 гривен. Давайте я его распакую, а потом расскажу, почему эта машинка в этом диапазоне очень крутая, даже если чуть выше возьмем. Принеси нам шампанского, у нас сегодня, кажется, праздник хорошего, давай. В комплекте у нас идет сопроводительная документация, есть на английском, есть на русском языке, только наоборот. Обязательно прочитайте, кажется, здесь очень мало написано, но очень интересных фактов. В комплекте у нас идет две насадки, но они двухсторонние. У нас идет 3, 6, 9, 12. Я покажу, как они одеваются. А также у нас идет шнур. Шнур длина составляет 2 метра. Масло для ножевого блока и щеточка для чистки ножевого блока. Посмотрите, какая она интересная. Не как все стандартные машинки, знаешь, черные, белые, вот такие, знаешь, для креативных людей, знаешь. Приходишь на работу, и настроение тебе поднимает. Давайте про машинку поговорим. Очень интересная машинка, кстати. У машинки роторный мотор. Вес составляет 195 грамм. Аккумуляторная машинка 195 грамм составляет. Представляете, эргономичная, не просто выпиленная из дерева, а эргономичная. Видите, здесь зауженная есть. А также многие говорят, что здесь soft touch, типа не скользить. Но я бы прямо так не сказал, что он не скользит. Но он что-то дает, где-то ближе. Вот так, можно так сказать. Не так сильно скользит, как желтая поверхность. Очень тихо работает, вы послушайте. Я не знаю, камера передает или нет, но оно очень тихо работает. Давайте поговорим про ножевой блок. У машинки легкосъемный ножевой блок, очень легко снимается. Вы сняли, почистили, редукторное масло обязательно смазали и поставили обратно. Ничего сложного практически нету. Кто знает, очень легко может поменять ножевой блок. Потом, ширина ножевого блока составляет 44 мм. Высота среза составляет от 1 до 1,9 мм. Кстати, мне знаете, что нравится? Учли, кстати, здесь кнопочка есть. Есть модели, которые тоже регулируются ножевой блок, только без кнопочки. Они со временем расхлебанные становятся, и когда они поднимают высоту среза, они не держат его, они болтаются вверх-вниз. Вот это, кстати, молодцы, что эту кнопку придумали. Потом, ножевой блок сделан из двух частей. Наружная часть это идет сталь, а внутренняя часть это идет керамика. То есть, ножевой блок состоится из двух частей. Потом, хочу сказать очень важную информацию, то, что когда вы меняете ножевой блок, рычажок должен стоять на 1,9 мм, потому что так он не вставится. Если у нас мы поднимем на другую высоту, мы можем что-то повредить. Так что обязательно, когда вы будете чистить и смазывать ножевой блок, рычажок у вас должен быть на 1,9 мм. Это очень важный момент. Потом, что я хочу сказать насчет керамики. Может, кто-то не знает, плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что более устойчивая, чем сталь, обычный стандартный ножевой блок. Более острее, чем обычный стальной ножевой блок. Минусы заключаются в том, что если вы уронили ножевой блок, разобьется. Этот керамика особо не точится. Но плюс заключается в том, что всего лишь ножевой блок стоит 365 гривен. Представляете, ножевой блок новый стоит 365 гривен. А если заточить обычный стальной ножевой блок, на сегодняшний день стоит заточка ножевого блока 140 гривен. Так что смотрите сами. Вы ж не так часто роняете машинки. Кисчек раздолбай, это навсегда. Шучу. Да, про аккумулятор. Очень интересный фактор насчет аккумулятора. У машинки литий-ионный аккумулятор, только такой, не просто литий-ионный, а более усовершенствованный. У какой машинки можно просто снять аккумулятор?
и поменять на новую, скажите. Это очень хорошо. Если другие машинки мы возьмем, нам придется разобрать полностью корпус, поменять и собрать обратно. А здесь вы просто вот этот новый аккумулятор. Я его покажу поближе. Вот. У какой машинки такой может быть, скажите? Ни у какой. Я, например, первый раз, когда увидел, я удивился просто. Удивился. Давайте поговорим про аккумулятор. Время работы составляет 120 минут, время зарядки составляет 90 минут. Есть индикатор зарядки, то есть вот две LED-лампочки. Когда мы подключаем к зарядке, загорается красный свет. А когда полностью он зарядится, горит зеленый свет. Внимание, очень важная информация заключается в том, что когда вы первый раз купили машинку, поставьте на зарядку 3 часа. И такой цикл примерно сделайте 3-4 раза, чтобы он разогнался. А также, если какие-то вопросы у вас будут или возникли, пишите под видео. На сайте zepsus.com вы можете эту машинку приобрести. У нас идет год гарантии обслуживания после года. Пока у вас машинка существует, вы работаете с нами. Только с нами. Мы отвечаем за эту машинку, потому что, кстати, еще немаловажный фактор в том, что эти машинки очень мало у нас бывали на сервисе. Очень мало. Вот это тоже очень интересный фактор. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что здесь у нас очень много интересного происходит. А чтобы не ждать новое видео, подписывайтесь на инстаграме, там у нас идет розыгрыш, и там у нас идет скидки, там у нас идет новинки, там просто можно так сказать, что для парикмахера кипит жизнь. Да, вот так вот. Так что, друзья, если какие-то вопросы задавайте, я вам с удовольствием отвечу. Отправки у нас идет по новой почте, по Украине. Можно наложенным платежом, можно на карточку оплатить, как вам угодно будет. Так что машинка действительно очень интересная. Ой, насадки, я забыл как показать, как насадки одеваются. Видите, зашелкиваясь по бокам, есть части. Вот еще вставляется. Мы просто ее вот зашелкнули. Потом, если нам надо другая высота, мы тоже точно так же зашелкнули, и все. Все готово. Пазл открываем. И все.